театры столицы Чувашии активно готовятся к новому сезону. Большинство из них распахнут двери для публики в начале сентября. В прошлом сезоне русский драматический театр внешне похорошел, пережив ремонт, и пополнил репертуар 5 новыми спектаклями. 95-й сезон театр открывает комедия Карло Гальдони «Венецианские близнецы» и приглашает всех желающих перенестись в Италию 18 века. В День знаний спектаклем «Посвящение в школяры» откроет сезон Чувашский государственный экспериментальный театр драмы, в народе известный как «Мим-театр Дождь». Чувашский государственный театр оперы и балета начнет 58-й сезон оперой на чувашском языке «Шевармань». Пожалуй, позже всех начнет свою работу Чувашский академический драматический театр. Коллектив отмечает солидную дату. В январе 2018-го исполняется 100 лет со дня его создания. Во второе столетие театр стартует спектаклем «Константин Иванов».